смартфон Zopa ZP700. Компания представляет этот смартфон как бюджетный телефон. Стоит он, купила его за 1400 гривен примерно на площадке AliExpress. Ссылку я размещу под видео. У меня с заказом была целая история. Заказывал я прямо первый раз перед китайским Новым годом. Хотел телефон белого цвета. Заказал одного продавца. Попросили подождать 12 дней до окончания Нового года. Я ждал, ждал. Но немного не хватило им 12 дней. И мой заказ был автоматически отменен. Я больше не захотел этого продавца заказывать. Заказал у другого продавца тоже за 1400 гривен. Тоже белый. Но, как оказалось позже, продавец мне написал и сказал, что белых телефонов нету сейчас в наличии вообще почти ни у кого, так как с ними на заводе получился какой-то брак с камерами, и все телефоны были отозваны назад на завод. Он предложил мне черный цвет, я согласился и в итоге заказал черный. В посылке у нас сам телефон и еще... и все. Это отложим, посмотрим, что внутри. Телефон четырехъядерный, 4,7 дюйма, поддерживает 2G, также поддерживает 3G, 2 сим-карты, процессор MTK6582, Cortex-A7, 1,3 ГГц. Чехол отложим. 1 ГБ оперативной памяти. Продавец заявляет, что IPS-экран 960 на 540 в комплекте. Чехол, защитная пленка, инструкция на английском, зарядка уже с нашими розетками, с европейскими, ОТГ, еще один ОТГ. Странно, 2 ОТГ кабеля положили. Наушники, USB кабель. Все. Больше в коробке ничего нет. Телефон, как и обещали продавцы, черный полностью. Задняя крышка пластиковая, но приятно немного рифленая. Надпись Zopa. Камера со вспышкой. Я так понимаю, нужно разбирать, чтобы из батареи содрать пленочку. Сейчас проверим. Нужно ее вытащить. Так вот. Так, снимаем. Обратно. Приятно лежит в руке. Можем посмотреть под разными углами экран. Проверим качество фото. Сфотографируем какой-нибудь текст на задней коробочке. Есть фокусировка. Сейчас. Думаю, качество прекрасное. Видно даже все точки некачественной печати. Есть Play Market, есть Google Диск, WhatsApp, YouTube. Все уже установлено. Телефон я немножко протестирую. Посмотрю, как он ведет себя в работе. Не глючит ли. И думаю, скоро запишу полный обзор телефона. Ссылка, как я уже сказал, на телефон будет под видео. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Ждите полного обзора. До встречи!